Всем привет-привет! Я вас сегодня очень, как я плюхнула руку, ужас. Короче, сейчас я держу в руках тетрадку с кошкой, и вы уже поняли, о чем это видео, по названию этого видео. У меня сегодня back to school. Так, у меня тут два пакета, все это я покупала в магазине Абди, мы сегодня прям заехали туда, я просто ушла туда, и все, я только там. Я хожу там, покупаю, я, не знаю, весь день, наверное, потратила на покупку разной канцелярии, и я очень сильно жестикулирую, я знаю. Так, первым мне в руки попадает блокнотик с кошкой, и он меня зацепил тем, что здесь есть время, то есть тут расписано 9, 9:30 и так далее. Внутри, и можно записать, например, там, в 16:00 встреча с лучшей подругой или что-то в этом роде. Дальше я купила дырокол. Что это у нас? Здесь ластик. На самом деле этот ластик должен был доставаться с помощью вот этой штуки, но почему-то она как-то заела, или я не знаю, что-то не так. Но должно было быть так. Я кручу, и ластик выходит. Почти что то же самое. Окей, может быть, я потом ее чиню. Сейчас будет быстрый экскурс в тетрадку. Тетрадка с совой, тетрадка с кошкой. Я так их выкидываю. Тетрадка по-английскому, тетрадка Париж, тетрадка Тадж-Махал. Так, две классные тетрадки. И я их так всех плюхаю прям на пол. Нет, все с ними нормально, я аккуратненько, тут везде мягенько. Дальше я покупала такие простые тетрадки. Тут они разных цветов, в принципе, но дизайны похожие у всех. Продолжаю тему тетрадок. У меня опять тетрадка с белой кошкой. Еще где-то 4 тетрадки вот такого типа. Тут зайчик с подсолнухом. Тут зайчик с цветами. И тут 2 влюбленных зайчика с сердечками. Я не знаю, почему я взяла именно 2 тетрадки такого типа. Дальше такая обычная линейка. Я купила 2 папки себе. Вот такие вот синие, красные. Они очень нужны, чтобы в моей сумке ничего не мялось. И одну такую папку я взяла сестре. В общем, здесь у меня еще одна папка. Это для музыкальной школы, чтобы я туда ноты вставляла. Все вот это вот. Мне очень нравится ее цвет. Я взяла, как всегда, только из-за цвета. Я не смотрела на качество, на фирму. Зачем? Посмотри на цвет и покупай. Это цвет Марсала. Вау! Следующим приобретением были 2 пачки гелевых обложек для тетрадок. Дальше я купила такой вот набор розовенький, я не знаю, я не хотела розовый, но у меня как-то так получилось. Тут получается 2 угольника, транспортир и линейка. Следующим моим приобретением была такая вот папка на молнии, в которую можно вставить тетрадки или какие-то файлы А4, чтобы они не помялись, не порвались, не намочились. Что с ними вообще может произойти? Это вот такие текстовыделители, я не знаю, это точно текстовыделители или это просто какие-то маркеры. Но там были еще такие обычные текстовыделители, которые есть у всех, и я все-таки решила купить оригинальные, немножко другие. Дальше скрепки для скрепления бумаги, обычные никелированные. Я всегда беру вот такие гелевые ручки, они мне очень нравятся, я всегда использую их. Вот наш второй пакет, я уже его открыла, чтобы не шуршать. Тетради предметные. Я не знаю, почему я купила отдельные тетради и тетради еще предметные. В общем, я давайте вам покажу просто дизайн. Дальше я купила вот с такого вот, мне кажется, одного набора. Это тетрадь голубая, и тут какие-то рисунки, не знаю, вот, видно. Потом точно такой же, только красный дневник для музыкальной школы. Вот, собственно, дальше я взяла 100 штук файлов. Это очень нужное, мне кажется, приобретение. И я думаю, что на этом все. Я показала вам всю канцелярию, которую я купила. Я люблю смотреть видео о покупках канцелярии, узнавать какие-то нужные новые факты, те вещи, которые они купили, что нужно вообще для вас. Поэтому я сразу хочу сказать, я ни в коем случае не хвастаюсь ни одной из этих вещей. Я просто делюсь для вас вот этими
приобретениями моими. На этом мое видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, там, вон там. Делитесь этим видео с друзьями и аривидерчи!